Приветствую всех коллег, выпускников, может быть, тех, кто будет учиться в высшей школе экономики. Сегодня у нас прошел выпускной. Вечером мы получили дипломы о профессиональной переподготовке. Хотел немножко рассказать о том, как вообще попал в высшую школу, в школу экономики, почему выбрал это направление. В силу своей рода деятельности необходимо было получить дополнительное экономическое образование к своему техническому. Ну и, соответственно, начал изучать, где можно это сделать. А название учебного заведения говорит само за себя – Высшая школа экономики. Поэтому выбор пал на данное учебное заведение. Изучил программы и, естественно, выбрал программу профессиональной переподготовки «Финансово-налоговый менеджмент». Обучение мне понравилось. Это было полезно. Самое главное, что применимо на практике. В будущем, конечно, буду все знания использовать в своей деятельности. Если вдруг кто-то думает о том, стоит ли поступать или нет на профессиональную переподготовку по направлению финансово-налоговый менеджмент, будет учиться сложно, но интересно и полезно, поэтому я рекомендую